Трасса Р-178 Саранск-Сурск-Ульяновск – одна из важнейших транспортных артерий региона. Дорогу начали приводить в порядок весной прошлого года. Специалисты сняли старый асфальт, уложили новый, установили транспортные знаки и нарисовали разметку. Покрытие проезжей части уложили из асфальтобетонной смеси, подобранной в соответствии с климатическими особенностями территории и транспортной загрузкой участка. Было очень много жалоб от населения. Дорога была пучинистая, поэтому произведен капремонт. Дорога имеет для региона огромнейшее значение. Она связывает Республику Мордовия с Ульяновской областью. Кроме того, на объекте смонтировали водоотводную систему свыше 140 знаков, около 11 километров металлического оцинкованного ограждения. Рядом с населенными пунктами специалисты установили 4 автобусные остановки, обустроили посадочные площадки, устроили пешеходные дорожки и освещение. Общая стоимость объекта составила 596 миллионов рублей. Сейчас в сутки по данной автодороге проезжает более 10 тысяч автомобилей. Так. Проделанные ремонтно-строительные работы позволят снизить аварийность на данном участке дороги и обеспечить комфортное и безопасное движение. Однако расслабляться рано. По словам руководителя Волго-Вятск-Управдор Ильдара Мингазова, через Ульяновскую область пройдет международный маршрут Европа-Западный Китай. Я считаю, что Ульяновская территория затронута. Два участка дороги, которые проходят здесь, это 151 в Ульяновск-Сивилис, и это М5 Урал. Поэтому эту работу уже мы сейчас начали, потому что это общая протяженность 158 километров. Всего в следующем году на ремонт автодорог в регионе выделят 7 миллиардов рублей. В настоящее время работы на дорогах Ульяновской области завершены на 90%. Алина Тихонова, Герман Баранов, Управда ТВ.